Всем привет! Поздравляю всех своих соотечественников с праздником! Сегодня День Конституции Украины. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла первую Конституцию Украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента, а также поддержали все спорные статьи проекта о государственных символах, государственном языке и о праве частной собственности. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины в мире. Дай Бог нам всем, украинцам, чтобы статьи нашей Конституции работали для нас. Итак, всем спасибо за просмотр. Всем пока.